На заключительный общегородской субботник жительница Советского района Елена Артамонова пришла вместе с соседями. Для того, чтобы любимый сквер вновь засиял чистотой, необходимо убрать мусор, остатки листвы, привести в порядок пешеходные дорожки и газоны. Вместе с жителями в уборке этой территории приняли участие школьники и волонтеры. Люблю этот день, люблю, когда чистоту наводят в городе. С удовольствием это делаю, всех призываю на субботник, чтобы город был чистый и было приятно в нем жить. У сквера интересная история, отмечают жители. Был создан в 1986 году, но до нового тысячелетия своего названия не имел. В 2014 году по инициативе жителей безымянный уголок на Безымянке обрел свое имя и начал называться сквером авиаконструкторов. Сквер очень значимый для жителей Безымянки, любимый. Здесь в летнее время и в осеннее, но, естественно, когда теплая погода, здесь очень много детей. Пожилое население любит отдыхать. Сквер авиаконструкторов претендует на благоустройство в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» в 2023 году. Согласно разработанному дизайн-проекту, здесь планируют заменить асфальтовое покрытие, обустроить игровую зону, установить новые фонари, разместить малоархитектурные формы и облагородить деревья. Общественное голосование, по результатам которого будут объявлены объекты на благоустройство, продлится до 30 мая. Ознакомиться с правилами можно на сайте 63.городсреда.ру. Я призываю всех жителей, чтобы они были более активными, более продвинутыми и сделали свой выбор, ну, в пользу общественных пространств. Для участия в голосовании необходимо пройти регистрацию на платформе «Госуслуги. Решаем вместе». Ольга Павлова, Сергей Баскин. События.